Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Игорь, и это канал Экодрифт. На улице лето, середина июня. Мы спрятались в теньке, потому что на улице очень жарко. И, наконец-то, к нам доехал предсерийный Kingsong KS16X. Это будет мини-обзор, скажем так, первое знакомство с этой версией. А снимать полноценный, полный обзор на эту модель мы уже будем, как только получим серийную версию, финальную. И я вам сейчас объясню, почему. Погнали! Хотелось бы сказать несколько слов относительно дизайна этого колеса. Это дело вкуса. Кому-то, может быть, нравится, кому-то, может быть, не нравится. Лично для меня в дизайне что-то есть. Рубленые формы придают ему продуманность, агрессивность и больше делают его похожим на внедорожник. Какой-нибудь Range Rover Sport или гелик Гелендваген. Относительно дизайна ручки хотелось бы добавить пару слов. Мне очень нравится ее дизайн. Она выполнена в таком же формате, как само колесо. Граненые агрессивные формы придают ручке такой характер, скажем так. И она очень удобная, широкая, за нее очень удобно браться. Если даже колесо нужно нести, поднимать. То есть ручка очень удобная, мне она очень понравилась. Стойки остались прежними, как на 18L XL. Как вы сами знаете, в любой бочке меда по-любому будет ложка дегтя. В этом колесе эта кнопка. На моей памяти, честно, хуже расположение кнопки включения я не помню. Кнопка расположена очень низко, в самом низу корпуса, под фарой. И включить ее целое испытание. Но большим плюсом кнопки включения является то, что она выполнена в резине, что дает ей изоляцию от влаги. Вот здесь под кнопкой расположен датчик света. Это правильное решение, он работает очень хорошо и выполняет свою функцию на 100%. Что хотелось бы сказать относительно фары на этой версии? Это шаг вперед. Kingsong единственный на данный момент времени, кто додумался сделать ближний и дальний свет. И абсолютно наплевать, что эту функцию нельзя никак регулировать. Главное, что она есть. Вот здесь над фарой находится резиновая заглушка, которая защищает два USB разъема, которые позволяют нам заряжать наши мобильные гаджеты. И также есть функция очень интересная. Если вставить флешку с музыкой, колесо автоматически начнет проигрывать музыку в рандомном порядке. Поэтому если у вас на флешке и Григорий Лепс, и Бейонс, это рандом. Вот здесь у нас спереди небольшой резиновый бампер, который должен защищать корпус от ударов. Но я в этом глубоко сомневаюсь. А теперь задняя панель. У нас здесь расположен большой динамик и резиновая заглушка, такая же, как спереди. Здесь два порта зарядки. Зарядка такая же, как на Kingsong 18L, 1,5 ампера, 84 вольта. Обратите внимание, что на этой версии фара только одна. Kingsong явно дает понять, что теперь у колеса есть явно выраженный перед и явно выраженный зад с брызговиком и габаритными стоп-огнями, которые реагируют на торможение. На всех предыдущих версиях этого бренда колеса можно было использовать по-разному, потому что там было две фары, и спереди, и сзади. В задней части расположен брызговик, выполненный из резины. Очень интересное решение. Он не ломается, по крайней мере, пока. Если вы будете падать, травмироваться, брызговик будет цел. Еще мне очень нравится, как выполнена подсветка на этом колесе и то, как она работает во время синхронизации и воспроизведения музыки. Следующим элементом дизайна является очень широкая покрышка, 3 дюйма. И теперь мы поговорим про езду и как это чувствуется во время езды. Итак, в общей сложности я проехал на нем 50 км. Рулится оно очень легко и уверенно. Ширина покрышки 3 дюйма позволяет очень легко преодолевать неровности. Песок, землю, щебенку. Ехать очень комфортно по неровности. По асфальту он не такое маневренное, как другие колеса, такие как 16 Sport и 18L. Но оно ничем им особо не уступает. Просто немножечко шире. Также мне очень не понравилось то, что педали на нем выполнены практически горизонтально. При езде я чувствовал очень большой дискомфорт. Особенно на большой скорости 30-40+, особенно если попадаешь в какие-то ямки или лежачие полицейские, нога так и норовила спрыгнуть просто с педали. Очень жду серийную версию и надеюсь, что в ней они исправят все эти косяки, и я смогу нормально дать ему просраться. Относительно мощности. Колесо ничем не уступает 18L. Мы сделали наш коронный тест с заездом среднестатистического райдера на крутую горку. И я хотел бы сказать, что колесо справилось очень даже хорошо с этим тестом. Прям очень уверенно, оно меня завезло в горочку. А теперь технические характеристики. Максимальная скорость 50 км в час.
Аккумулятор 1554 ватт-часа. Вес 24 килограмма 400 грамм. Заявленная мощность двигателя 2200 ватт. Извините нас, ради бога, видео прервалось на самом интересном моменте. Мой оператор, к сожалению, забыл взять дополнительные аккумуляторы. Можете написать в комментариях, кто он после этого. Осталось сказать финальное мнение о предсерийном Kingsong 16X. А выводов как таковых и нету. Давайте разберемся, почему. Первое, что мне очень не понравилось и не позволило полностью проникнуться и насладиться магией этого колеса, это педали. Они не имеют абсолютно никакого градуса наклона. Такое ощущение, что ты ездишь просто на ровных досках. И на большой скорости 30 км в час при каких-либо кочках твои ноги так и пытаются соскочить на асфальт. То есть у меня был постоянный страх, что я могу упасть. Но это предсерийная версия. В серийной версии нам пообещали другие педали. Поэтому насладиться колесом и его понять, вообще почувствовать я не смог. И вам о нем сказать мне нечего на данный момент времени. Второй момент, который мне абсолютно не понравился, это вибрация. Двигатель очень сильно вибрирует. После того, как я проехал 30 километров, у меня сложилось такое впечатление, как будто к моим ногам примотали два вибратора, включили на максимальную скорость, и все. Мы сразу же связались с Kingsong, сообщили им об этой проблеме, и они уверили нас, что это присутствует только на предсерийных образцах, которые они отправили по всему миру. И что на серийных моделях эта проблема будет полностью решена, будут другие движки стоять. Так это или нет, нам покажет время. Я надеюсь, они сдержат свое слово. С вами был я, Игорь, компания EcoDrift. До новых встреч. А, и полноценный обзор ждите, когда мы получим уже финальную серийную версию. Прям очень уверенно, оно меня завезло в горочку. Как ракету. Так и было, реально, блин, оно тянет, пипец. Я серьезно тебе говорю. Прям пушка. Синхронизация прям божественная. Бля, и мушки начинают кусать. Ну это неправда. Привет. Ну что же вы так жестоко-то? Красавчик, вообще просто, мо.